Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Селихов, я ведущий, шоумен, и сейчас вы увидите мое откровение. Поехали! Олександр Селіхов – шоумен, ведучий заходів. Знає, як заробити тисячі доларів під час новорічних свят. Може провести весілля зі зламаною ногою. Чим відрізняється тамада від ведучого? Ті, хто заказує тамаду, вони в основному хочуть, не знаю, перекатування яйця і штаніну в штаніну. Може бути, от цей конкурс «Терка і морковка». А ведучий, він створює определену атмосферу, але це все не на грані. Він проводить інтересні інтерактиви, де люди просто участвують, тому що хочуть це робити, а не тому, що ти от так от береш його за руку і говориш, все, йдемо, там три яйця є, треба зробити конкурс. Найсмішніший випадок на заході. Був забавний случай. Я проводил свадьбу и церемонию. Перед церемонией нет жениха и невесты, они отдали нам кольца, и малыши на репетиции выносят эти кольца, все такое. И вот я уже говорю, буквально через минуту мы начнем, и что оказывается, в коробочке нет одного кольца. То есть все 50 человек, которые присутствуют на свадьбе, очень быстро в траве начинают искать эти кольца. Я звоню молодоженам, говорю, ребят, тут буквально 5 минут, там гости еще подходят, подождите. Но я не могу сказать, что сори, мы потеряли ваше кольцо. Но в итоге все закончилось хорошо, реально, через 5 минут нашли, начали церемонию, но вот это было, наверное, очень забавно. Найжорстокіший і неприємний випадок на заході. А жорстких случаїв не було, ну, було пару драк, да. Не я був ініціатор. Вот. Я підійшов до організатору, говорю, як так? Він говорить, все нормально, вони кожен рік деруться. Все добре, Саш, діло не в тебе. Все окей. Провальний захід. Який він? Провальних не було. Були ситуації, коли ти ведеш 3 часа, а публіка не качається. От не качається. 4 часа, ти вже уставший, потний і так далі. І в кінці мероприятия ти спрашиваєш у заказчика, що не так? Може бути, я як-то не так. Все нормально, просто через місяць цей банк закривається. І от ти розумієш, що новогодній корпоратив празднують 150 безробітних людей. Вот это, наверное, самый худший корпоратив, если выбирать. Що найбільше дратує в професії? Наверное, иногда неадекватные подрядчики. Вот когда ты работаешь, у тебя то ли звукорежиссер плохой, то ли диджей плохой. Или, допустим, как я буквально неделю вышел на корпоратив, у меня выключенный микрофон. Вот это бесит. И ты уже 2 минуты разговариваешь, а он тебе не включает его, понимаешь? Вот ты, у тебя из динамиков слышно, ты себя слышишь, а люди, которые собрались, там 350 человек, они тебя не слышат. Сколько может зарабатывать ведущий заходов? По-разному. Все зависит от месяца, даты. Лучше всего, конечно, это июль, август, сентябрь. Вот эти вот 3 самых хороших месяца. Ну и, конечно же, сейчас декабрь. Если брать в месяц, то можно зарабатывать от 2000 долларов, ну и больше 10. У котрі просинається ведучий? По-разному. У меня очень сбитый график. Если мне надо, необходимо, я проснусь и в 7. А если мне не надо, я могу и в час проснуться дня. Потому что вот так хочется. Чи може ведучий купити квартиру після проведення новорічних заходів? Ну, смотря какую, смотря где. Я думаю, да, конечно, определенно. Які казуси траплялися під час роботи? У меня было одно мероприятие в этом сезоне, свадьба, когда ты уже договорился, ребята очень хорошие, все. Но ты за 2 недели до этой свадьбы ломаешь ногу. Я звоню им, говорю, вот такая вот ситуация. Невеста сказала, мне все равно, как, что должен быть ты. В итоге невеста, которой я проводил свадьбу за 2 года до этого, говорит, слушай, у меня есть очень крутой костыль. Вот. И она мне прислала костыль, с которым я, собственно, и вел. Всю свадьбу, которую я вел, ребята звонили все зоомагазины для того, чтобы привезти мне кокоду. У меня был такой костыль, как у пиратов Карибского моря. Вот. И они реально вот 2 или 3 часа вызванивали все магазины в Ирпене для того, чтобы привезли кокоду, чтобы он вот сидел у меня вот здесь.